Откуда будешь, дядька? Я из Донецкой Народной Республики, Горловка. А вы откуда? Да, а вы откуда? С Казахстана. Какой город? Костанай. Какой город? Костанай. Костанай. У нас здесь тишина, ничего не слышно, не а, это только по скоро новостям. Владимир Владимирович разберемся с хохлами и объявит спецоперацию 2, и вас тоже освободим. Нас освободите? Конечно, обязательно. Ну вы же на нашей, это русская земля, правильно? Это русская земля, правильно? Кустанай, да? Да. Кустанай, Уральск, Петропавловск. Это все подаренные нами это земли, все правильно? Земля. Это все подаренные нами земли, правильно? Это было, да. Ну ты не против, да, если мы вернем ты их? Ты не против, да, если мы вернем их? Не знаю, как это все пойдет. Ну не будешь хотя бы защищаться? Ну не будешь хотя бы защищаться? Время покажет. Как зовут тебя? Владимир. А фамилия как? А фамилия как? А зачем фамилия? Это сепаратист. Сепаратист, он завтра позовет русский мир, он беду принесет. Он не интегрировался и не будет. Он